Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит. Капитан Очевидность. Ты в этой футболочке такой дятел. Сам такой, птеродактиль старый, понял? Госпожа Очевидность, наша лапочка. Всем прекрасного дня, ребята. Вот. Спонсоры сегодняшнего видео. Мой кореш Медиум. Медиум, видите, да? А также еще один мой кореш, капитан Йодика. Да. Капитан Йодика. Как вы видите. Так что, пацаны, привет вам. Сегодня, друзья, мы будем открывать 100 кейсов. Февральский кейс, у меня их 50. Я что-то их купил и так, короче, забил и не открыл. И 50 новых на День Защитника Отечества. На День Защитника Отечества, я сразу говорю, если будет золотой калаш, это, конечно, смешно, его почти наверняка не будет, я его себе заберу, 12-й. Все остальное, обычный 12-й калаш, любые калаши, любые камуфляжи, я все отдаю вам. Ну, в видосах ставлю, как бы, там уже сами понимаете, кто успел, того и тапки. Вот, начнем, конечно, с самого сочного кейса Защитника Отечества. Ваши прогнозы? Лоханешься, как всегда. Не удивлен, ваши? Ну, так как 23-й не мой день, то я как бы молчу и поддерживаю. Поддерживает. Поддерживает. Ты-то не поддерживаешь, но, в принципе, это тоже не твой день. Что, попутал, что ли? Да ладно, ладно, шучу. Нет, Кэп служил. Он служил в десантном отряде Марса, было такое. Так, пока что нормально. Нехорошо, но нормально. В принципе... Во, другое дело, камуфляж полигон кому-то достанется из вас. Ребята, вы должны болеть за меня, вы за себя болеете, это все вам крутим. Да, большая часть того, что здесь... Своей неудачной клешней мы всем крутим. Ну как бы, как неудачный? Я в последнее время донат-то убиваю, больших сумм, правда, но убиваю. Так, давай, пожалуйста, Мишанька, Хаймзо, родненький, хорошенький. Блин, а ведь, что правда, то правда. Почему-то хочется статника вспомнить. А почему? Потому что при статнике реально выпадало. Какой сладенький, можно кому-нибудь подарить на 8 марта. Розовый камуфляж. Кстати, розовый камуфляж в нашей игре почему-то считается самым крутым на варбаксовые пушки. Типа самым элитным, он тяжелее всего выпадает, как в обычных... Он миленький, да, но дело в том, что 90% играющих это мужчины. Или не совсем мужчины, ну кто знает. Всяких много людей, да. Так что, может быть, все-таки им нравится. Так, пока что только падают калаши 103 и 47 на один день. 12 у нас даже на время не выпал. Подожди. 47-й, ребята! 47-й кому-то только что выпал. Навсегда. 47-й калаш. Кстати, я, между прочим, не такая уж плохая пушка. Да, вполне годная. С макросом вообще огонь. Ты бы лучше в честь праздника как бы рассказал какую-нибудь историю. А какую? Подожди, камуфляж каратель. Вот это реально элитно. Это реально элитно. Я, кстати, его покупал, между прочим, за сколько там? За какие-то кредиты, причем не самые малые. Эта штука хорошая. О, пошел прогресс. АК-12 на один день, ребята. Это сочно, я хочу вам сказать. Что еще у нас будет? Опять розовый камуфляж. Какую историю можно рассказать? А, сегодня, завтра 23 февраля, да. Какую историю расскажем? Какую рассказать? Ну, так, в честь праздника. В честь праздника? Праздничная. Что-нибудь из армейской молодости, так сказать. Я не знаю даже, что рассказать. Что-нибудь вспомнить надо. На какую тему? Вот, что-нибудь, может, там, какие... Даже так сразу вот и не веселые, это. Веселые. С караулом связаны. Не-не-не, караул-то я уже рассказывал. А, я сейчас скажу, как мы на стрельбы ходили. Как раз с калашами связано. Короче, пошли мы на стрельбы. Вот. И... Пошли на стрельбы. Да, я пока подергаю. Давай, она будет дергать. Короче, ребят, пошли мы на стрельбы. Нахер мне наушники, сука, там все равно звука никакого нету. Так вот, пошли мы на стрельбы и стреляем, соответственно. На стрельбах пацаны стреляют, все. И... Еще один каратель, пожалуйста. Еще один каратель, очень даже годно. И так получилось, что, короче, стреляли, дальняя мишень, АК-103, а у нас... АК-103, пожалуйста. АК-103, годно, красава, давай, 12-й, а лучше мне золотой 12-й, потом уже как бы уже не важно. Ну, вот давай. Вот этот камуфляжик, вот розовый. Эта женская ручечка золотая. Да, мужчаненький, муа. Так вот, пацаны, бля, она меня сбивает, все сбивает, сука. Все, пошли на стрельбу. Я не сбиваю. Ты не сбиваешь, да, но это единственная твоя заслуга сегодня. Он не сбивает, молодец, это правда говорит. На чем мы остановились, ребята? На чем мы остановились, сука, я не помню. Короче, на стрельбах. На стрельбах мы стреляем. У нас полигон, кстати, был охрененный. У нас два подразделения там тренировались. Это охрана, в которой я служил, нашей части, и спецназ десантуры. Вот, у нас один полигон с ними был. И танкодрон тоже один. Они там на БМДшках своих ездили, мы на своих, соответственно, своих коробочках на танках. Так вот. На полигоне он полностью на электрическом управлении, дальняя мишень, по-моему, на 300 метров. Она, короче, легла и не встает. Надо пойти ее поправить. Вот. Идет человек у нас, парень, с нашей был, Коля, по-моему. Ну, прикольный такой, невысокий, короче, забавный он такой идет. Он идет туда. Но мало того, что там, короче, мишень упала.
Мишень упала. Он туда идет, а видать, когда какой-то трассер летел, он в сухую траву попал. Лето тогда жаркое было. Он идет, мы ничего понять не можем. Коля идет, идет, идет. Лежит, короче, этот мишень там на 300 метров и не поднимается. Он пошел посмотреть, может поднять ее как-то там, расшевелить. В этот момент, сука, рядом с мишенью, рядом... О, сталь, сочно, это реально сочно. Рядом с мишенью начинается пожар, короче. Кусты загораются нахер. Коля, там кто-то ему кричит, туши, бля, сейчас сгорит все нахер. А полигон дорогой, мишени ростовые. Ну, конечно, это картон, но все равно. Коля бегает там. Короче, а даже бушлата нету, уже как бы тепло, лето, ну понятно. Он снимает свой китель, начинает тушить. Короче, комедия, сука, все бегут, бля, Коля там с этим бегает. Короче, потом новую форму выдавали. Он чумазый весь, обгорел и шел. А я отсиделся. Да, я в этот день был на раздаче патронов. Ты еще тогда, как мышка, да, себе вел? Я в этот день был на раздаче патронов. То есть ты просто, я сижу, магазины заряжаю, вот зарядил. Тогда, в тот день у нас были стрельбы без ограничений. У нас было так, то приходишь, тебе 10-15 патронов дают, то приходишь, тебе там, хочешь 4 магазина, 4 отстреливай. Не знаю, как ты потом будешь своим калашом дымящимся, что делать. Но это твое дело. Сколько хочешь, только стреляешь. В этот день у нас сколько хочешь, только стреляешь. Я только сидел, патроны заряжал. Между прочим, гадкое дело, бля, палец устает большой, пипец. Если пружина нормальная. Некоторые подрезали пружины, чтобы потом легче разряжать, заряжать. Ну, типа, в корову ты же вряд ли все равно будешь, ну, стрелять. Такое, как бы, ну, это... Ну, скорее всего, в твоей службе не будет. Но... Как бы я к этому плохо относился. Заряжать-то легко, но вдруг что не так случится, а патрон-то он за счет пружинки не подскочит и заклинит. Так что, такие дела. Вот такой случай у нас был в армии забавный, когда на... стрельбище у нас упала мишень, человек пошел ее поднимать, тут еще, бля, трава рядом загорела, сука, пожар на полигоне. Давай, мой сладкий, давай, 47-й. Ты смотри, они не кончаются, сколько их там осталось, интересно? Давай, давай, крути. На самом деле, молодец. Слушай, мне нравятся коробочки с ним, да? Хоть и камуфляжи, но хотя бы часто падают, нет такого, что бесконечно, да? Что-то на один день. Молодец. Я... Ну, блин, ну, в общем, вы поняли. Ну, хотя бы ничего, хотя бы неплохо, на самом деле. Слушай, женщина, у нее рука вообще везучая. Везучая, везучая, ничего не могу сказать. А ты, конечно, тебе не везет туда-сюда. Нет, я бы видела, тогда тебе золотой, будь у меня везучая рука. И сразу давай, поделась, давай. Такая фигак, я сделала тебе подарок на 23. Молодец, камуфляж Анубис, тоже нехило. Анубис, на самом деле, не так сложно получить, надо просто Анубис проходить, и ты его получишь, по-моему, даже на сложке можно. Или на сложке только пистолет, я не помню. В общем, я в любом случае, по-моему, покупал или выбивал. Давай, давай. Слушай, камуфляжей много. Как минимум, ребят, камуфляжи мы вам сегодня выбили. Я их по-любому где-то вставлю в видосы ближайших. На этом канале, может, на втором вставлю куда-нибудь. Ну, годненько, годненько, прямо слушай, скажем. Слушай, ну из кейсов, которые мы крутили, это прямо самое ничего, по мне. Самый хороший был почему-то кейс Капитана Паники у меня и кейс с пистолетами. Ну, пистолеты, вот раньше старый пистолетный кейс, где был сигзавр. Они там кейсы, правда, стоили, по-моему, рублей по 200 один кейс. Но, блин, чё кейс не крутишь, что-то выпадает. К сожалению, кончились коробочки. Да? Но это не страшно. Мы что с вами, ребят, сделаем? У нас ещё февральский, еще 50 штук. Кэпчик, родненький, давай свою царскую просто клешню. Молодец. Эта клешня бьет без промаха. Давай, будем ждать, будем надеяться на тебя. Ребята, делайте свои ставки. Что выбит Кэп? Блин, один день. Кэп, я уже думал, пипец, ты сейчас вообще нас озолотишь. Да, ладно. Кстати, если, ребята, выпадет золотая СВ, я вам отдам. Серьезно, золотую СВ отдам без проблем. И золотую М-ку отдам. Отдам, отдам. Тут что я могу не отдать? Что я могу себе оставить? Да, по-моему, даже и, по-моему, такого и нету. Да. В принципе, все остальное как-то. Мне вот 12-й калаш золотой я бы очень хотел, на самом деле. Люблю эту пушку, она мне очень нравится. Мне и бренд нравится, и калаш. Бренд, он, конечно, поэффективнее, но калаш как-то у него особый смак. Конечно, именно вот геймплей, он приятнее. Ну, правда приятнее. Только прям сочненький. Звук сходит. Блин, нагибно. Ну вот и сравните. Да. Прошлые кейсы эти, прошлые мне больше нравятся. Не, так там в прошлых тоже вначале висячка выпадала в виде одного дня. Не настолько часто. Да не, было такое. Ну или у Кэпа такая лапа невезучая. Да нормально, нормально. Кэпчик, правда, что-то ты вот зачастил с одним днем. Во, видишь, Кэпчик, я взял, уже хотя бы эмочка выпадает, а то Скарчик, Скарчик. Сейчас нормально. Сейчас, ребят, я крутану как бы. Вы же знаете, это волшебная рука, она, сука, не подводит. Ну или почти. Так, давай. Просто это моя рука, ребят, учитывать, уже эмка. Эмка, это вам не в тапки срать. Но чем она лучше Скара? Тем и лучше, что это не Скар, понял? Тем и лучше. Тебе оставить? 25 коробочек. 25, а как тут, где они тут пишутся, я-то, сука, не знаю. Да? А где ты видишь? Ты что, совсем слепошара? Может, тебе уже пора это очки без макроса, но со зрением? Без автомата? Подожди. А где? А, я просто в скобки не смотрел никогда. Да, ну блин, серьезно. Ребят, вы же знаете, я не фанат этих кейсов, как бы. Кручу так по приколу, чтобы было. Вот. Ну, больше для вас там пин-коды разгадать. Ну, как бы нормально. Пин-кодики это хорошо всегда. Во. Ракутаген, расскажи все то оружие, с которого ты в жизни стрелял. Оружие? Да. АКС-74, АКМ... Ну, просто АКМ, короче, поняли, да? Потом РПГ-7 один раз я стрелял, учебный заряд. Потом, так, из автоматов АК-74 просто, не АКС, а именно АК-74 я стрелял. Вот, у меня все эти автоматы были. АК-74У, короче, вот этот у меня был на выездные караулы. АКМ у меня основной был. АК-74 я стрелял в учебке.
Потом что у нас? РПГ тоже в учебке стрелял я учебным зарядом. По-моему, в армии, наверное, все. Или не все, не помню. На службе уже здесь, ну, как бы, понятно, госслужбе не армейской, после армии. Я стрелял ПМ, Стечкин, пистолет Марголина. Кстати, классный пистолет спортивный, вот это реально вообще офигенное оружие. Я стрелял, не помню, как он называется, Дегтярев, Драгунов, редко применяется оружие, постоянно на вооружении нигде не стоит. Тоже такой, типа, на Стечкин похож, удлиненный, подожди. Сейчас у меня одна осталась, одна. Да, ладно, жена крутит. Вот. И стрелял я еще с пистолета Вальтер 99, настоящего, боевого. Ну, это так вот, ребята, была такая возможность, я стрелял. У нас, на самом деле, у меня знакомые были в УВО, управление ведомственной охраны. У них пипец на вооружение было, сука, глоки были, чего только не было. Я не знаю, откуда они брали, но я как-то же не интересовался. Вот, что у них там за кухня и как. Но у ребят были глоки, у них были береты, у них были вальтеры. Короче, до хера было буржуйских пушек. Но, как я понял, там при УВО же есть, типа, платные отделы, да? Я не помню, так и так платные. Короче, там нормально, они закупали, у них все было. Вообще без проблем. Я не знаю, откуда брали. Законно. Ну, законно, наверное, да, все. Вот, пацаны говорили мне, мужики, хочешь пострелять? Я говорю, давай, чё нет. Мне Вальтер безумно понравился. Кстати, если честно, Вальтер мне понравился больше, чем все остальные пистолеты. Единственное, пистолет Марголина поточнее будет, чем Вальтер. Ну, это спортивный больше пистолет, понятно. А так прямо по ощущениям, тактильный прямо. Вот. Ну, как-то вот такой он эргономичный Вальтер, это пипец. Вот он настолько хорош, Вальтер 99. Как в Warface, реально. Точный, классный, сука, прямо вот мягко ходит. Прямо, отдача есть. Родненькая, ты пожалуй? Да, пожалуй, да. Умничка наша. Да, Кэп, она умничка. Умничка, давай, ребята. Я официально заявляю, что февральские коробочки намного менее интересны. Какие менее интересные? С того висячка выпадала, розовые калаши все эти, как бы, не традиционные, восьмимартовские. А тут видел, какая штука. Тут, блин, СВ выпало. Ребята, СВ выпало. Там было интереснее. Интереснее? Ну, не знаю. Ну вот даже смотри по цвету, там очень часто выпадало фиолетовенькое. Да какая разница, там камуфляжи выпадали, а тут тебе выпала винтовка, которая, вот сколько ты сюда задонатил, ты за эти деньги можешь даже не выбить эту винтовку. Ну, скорее всего, выбить, но можешь и не выбить. Ну, крутить скучнее, правда. Там все время хопочки, что-то такое приятненькое. А, ну, знаете, лишь бы миленькое, приятненькое там. Нам-то мужчинам что, нам нагиб нужен, сука, конкретный. А у них там миленькое, приятненькое, у розовый калашечка, как бы, то, что он нагибать не будет, это вообще просто скин, это другое дело. А, как бы, АСВшка это сила, понимаешь? Это реальная сила. Да. Ну, тут крутить скучнее. Да, так крутить как бы дело такое вообще, как бы, на любителя. Нет, не надо было так руку протягивать, зря. Что? Ну, так, как будто он сейчас остановится, нет. Оно будет чуть-чуть, но проезжать, как положено. Да, она проезжать, прокатывать. Нас Warface вообще все время прокатывает, по жизни. По закону жанра, понимаешь? Оно будет, да, по закону туда. Нагиба. Когда Warface 2 уже сделают? Я хочу новую игру играть, серьезно. Мне хочется что-нибудь новенькое, свеженькое. Поскорее, Blackwood Games, вы там работаете на своем новом проекте? Пока я докручиваю 5 кейсов, поздравь, да. Как положено, людей с праздником. Ребята, поздравляю вас с наступающим днем защитника Отечества. 8 марта и Новым годом, сука. Не, серьезно, мужчины, с наступающим. Вот. Как говорится, сука, живы будем, не помрем. Все будет нормально. Давай, 2 кейсика. Сейчас она выбивает какое-то золото. Мы, сука, все счастливые. Мир просто прекрасен. Вот это закон последнего кейса. Из него падает либо... Я на 8 марта выбью. Последний кейс либо висячка, либо просто шедевр, сука. Все-таки висячка. Нет. Вот ты знаешь, редкое исключение. Должен был какой-нибудь ПДВ выпустить на один день. Выпал все-таки СВ-98. Ты у меня умничка. Что ты я хочу сказать? Да. Мужчины, поздравляю вас тоже заранее с праздником. Да. Главное, всегда будьте защитниками и опорой для своей семьи и родных. Это самое главное. Да. Всего вам самого лучшего. Показала, как это. Умница. Люблю. Кэпчик, ты что скажешь? С праздником вас, братишки. Красавчик. Такие дела, леди и джентльмены. Вот так вот мы сегодня поднагнули качественно эти коробочки. Реально качественно, потому что, так и извините меня. Ну, конечно, 23 февраля нас нагнуло, по большому счету. Правильно? Мы ж ничего не выбили там. Нет, ты выбивал какие-то пушки или кэп, не помню. Ну, там шляпа, короче, была, да. Она, ну... А, нет, я тоже какую-то пушку выбивала. Да. А какой-то 103-й, по-моему, был. 103-й, да, там, 47-й. 12-й был? Нет, сука, я уже забыл. Если было... Но, февральский кейс оказался весьма нагибным. На редкость. Нам редко в этом плане везет. И мы выбили навсегда СВ-98. Пин-код на которую будет, скорее всего, в одном из видео. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось или не понравилось, хрен его знает как, по каким-то причинам, без причин, всякое бывает, то ставьте лайки. По желанию. Яйки чешите. Обязательно. Без этого, сами понимаете. Просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами.